А потом ребятишки с проблемами столкнутся. Родители будут замечания высказывать. Зачем? Вы вот, понимаете, вы на себя опять берете. Мы это делаем. Не вы это сделали. Это сделали строители, которые хотят за школу получить рыночную стоимость. Они знают, какая это стоимость. И поэтому вам необходимо все-таки отношения строить. Вот вы принимаете, вы, соответственно, оплачиваете работы, но эти работы должны быть качественны, соответственно, с определенным стандартом. Мы, допустим, были на 89-й гимназии, сошли на мнение, что принимать пристройку нельзя. Средства лучше вернуть в федеральный бюджет, те, которые не израсходованы, и доделать то, что сейчас уже невозможно, потому что зима, минусовая температура, поменять какие-то решения, которые приняты, и, возможно, в лето школа будет готова, она будет совершенно другого качества, работы будут выполнены совершенно уже другим результатом. А сейчас нас никто не торопит. Здесь выход, да, здесь есть сроки, но все равно под эти сроки надо нам подходить очень-очень основательно.